В скором времени в столице Якутии появится 3 новых социальных объекта. Егор Борисов проинспектировал их готовность. Первым делом руководитель республики ознакомился с ходом строительства перинатального центра. Он рассчитан на 180 коек, 90 из которых акушерские. 40 отведены отделению патологии новорожденных и недоношенных детей. Стоимость проекта оценивается в 3 миллиарда рублей 200 миллионов. Львиную долю покрыла субсидия Федерального фонда обязательного медстрахования. Строительные работы на завершающем этапе. Также продолжается монтаж медицинского оборудования. Приступили уже к монтажу. И здесь идет как раз параллельно это и монтаж медицинского оборудования, и завершение строительно-монтажных работ. Основные работы будут, уже завершаются. Остались мелкие работы. Руководитель субъекта также осмотрел ход строительства реабилитационного центра по Сергеляхскому шоссе. Учреждение на 100 койко-мест и на 150 мест дневного стационара. Объект будет сдан в конце этого года. Завершаем строительно-монтажные работы на объекте детский реабилитационный центр на Сергеляхском шоссе. Объект со стоимостью 1 миллиард рублей. Строится за счет пожертвований компании «Алроса». Объект уникальный. При посещении федеральными министрами этого объекта была подчеркнута уникальность этого объекта, даже придание статуса этому объекту межрегионального характера. Кроме того, Егор Борисов оценил музейный комплекс «Россия. Моя история». В двухэтажном комплексе на 8 тысячах квадратных метрах расположилось 58 тематических залов. Подобные объекты строятся в 25 субъектах. Это 4-й виртуальный музейный комплекс на Дальнем Востоке, но самый крупный по масштабу и по предоставлению интерактивной информации. Музей «Россия. Моя история» финансируется из двух источников. Первое – это строительно-монтажная работа за счет привлечения компании РИК. И второе – за счет пожертвования компании «Газпром». «Газпром» выделила средства в размере 120 миллионов рублей на оснащение этого объекта мультимедийным оборудованием, создание федерального и регионального контентов, мебели и так далее.